от этого мероприятия я жду положительных эмоций. Я очень люблю, когда в Березке проводится спортдень. У меня нет почти никаких целей, просто выполнять по возможности, что могу, то выполняю. Цель сдать все на отлично. Я хорош в отжиманиях, в подтягиваниях, в прессе. И я думаю, то, что займу первое место. Мы надеемся, что благодаря реализации комплекса «Люби комплексу» дети почувствуют желание вести здоровый образ жизни. Кто-то из них, выполнив нормативы на золотой знак, пожелает дальше совершенствовать свое мастерство, уйдет в секции. Это первый старт. Это самая начальная, как говорится, их стадия взрослой, такой формированной спортивной жизни.